С 9 по 14 апреля в Екатеринбурге пройдет 6-й по счету юношеский хоккейный турнир «Шкода Junior Hockey Cup». В этом году за главный трофей поборются команды из России и Европы. Самое лучшее время познакомиться с хоккеем – сейчас, даже если первые шаги вашего ребенка будут робкими. Сегодня вы помогаете ему надевать коньки, а завтра он станет частью команды и, возможно, в ближайшем будущем примет участие в турнире «Шкода Junior International Hockey Open». Проведение данного турнира направлено на развитие детского хоккея в регионах России и станет одной из площадок для демонстрации национальной программы подготовки хоккеистов. Также в рамках турнира в Екатеринбурге состоится мастер-класс от легендарного хоккеиста Алексея Морозова. Он будет основан на принципах национальной программы, которая представляет собой новую философию подготовки игроков. Приходите на легендарную арену «Уралец». Поддержите команды. Мы всех ждем.